Я вчера показывал. Я смотрел вчера, блядь, по телеку. А какой, где он спал? В Германии. Унешься. Можно потом? Давай. Обратно. Давай. Не бум-бегум. Ну ладно, Надо шмотся, не такой. Ты не пахнет малафьёй. Он не пахнет малафьёй. Ну, можно оба. На меня. Опа. Ты знаешь камеру? Угу. И обратно. А? Ну, просто еще что-нибудь такое. И обратно. Путин едет. А, короче, тоже чувак на байку рассказывает. Пришел к стоматологу, ему там это электрофорез назначили. И вот он сидит, то есть это десна там контакт, провода, изо рта провода торчат, рот открыт, слюни текут, блядь, рука перебинтована, тоже провода. Такой дилер натуральный сидит, лексует, не знает, куда деваться, и то, и все. Вот тут начинается момент. Так, приготовились. Давай. Я потуля. Так, еще ближе. Рожу? Вот так. Отвернулся. Так надо в определенные места же это делать. Что ты прямо? А слабо мне занят на пудру. Лицом на меня. Яйцом? Яйцом. На губы. Фу, блядь. Все лишнее уделись, блядь. Ты меня на цыпал, на крупы. Как бурки изо рта. Я это срал, блядь. Что ты делал? Штаны все купили. Да, так я говорю, что тут выиграли, блядь. Все, хватит, сейчас я его выиграю. Где? А, шары. Давай. Сейчас смотри, вы запечатленный, блядь. Может, на передачу Маш, блин! Подожди, у меня же все будет. Подожди, так на обороте найдем, что же будет дуть. Ну. Давай, дуй. А, он снимает, как дует. Димыч, тряпочку пониже опусти. Да. Так, теперь можно подальше. От друг друга. Давай. Я можем говна не уйдем, блядь. ИШК, блядь. А там натурального, что ли? Да, настоящего ИШК. Так, вниз. Настоящего ИШК. Идло, валидло, свежее повидло. Я мужика, ИШК берем, даем ему, вот понимаем, смысл ровно пузо его даем. Давай еще, фабрика, давай, повидло нам, блядь. Классно, да, улетает пыль, да? Здорово, да, ИШК. Еще. Нашли? Все. Еще. Нет. Глаз у тебя нормальный, подвинь, я же это вижу.